1 июня завершился первый этап выдвижения кандидатов на награждение большим призом и призами Венспилской городской думы. На большой приз были выдвинуты 45 кандидатов, а на призы Венспилской городской думы – 83. Второй тур голосования продлится с 16 до 29 июня. Среди предложенных кандидатов на большой приз выдвинули поп-студию Юрас Акментини, Тидиса Ошенекса, заместителя председателя Венспилской городской думы, Ингриду Штрумфа, старшего научного сотрудника и историка замка Ливонского ордена. На приз города в этом году претендуют 16 кандидатов. Алдис Абела, исполнительный директор Венспилской городской думы, Валдис Целла, ветеран спорта, Наталья Цинкмана, руководитель фольклорной группы «Здравица», Мария Дышлова, руководитель Венспилского общества защиты животных, Андрей Яунцемс, профессор Венспилской высшей школы, Гундар Скуклы, семейный врач и школьный врач при управлении образованием, Регина Лауре, учитель музыки Венспилской средней школы номер 4, Анита Лапиня, учитель спорта, Игорь Лыков, тренер по тэквондо, Гундага Мертена, главный редактор газеты «Вентасбалс», Ларс Олесен, председатель правления «Диана Светис», Вера Перепелица, председатель Венспилской ассоциации национально-культурных обществ, Сандра Спроди, учитель музыки и руководитель ансамбля «Саула Званы», Мартис Шепте, врач, Эгилия Широва, бывший председатель правления Северо-Курзамской региональной больницы, и Игорь Удодов, заместитель управляющего Венспилского свободного порта. Проголосовать за кандидатов, выдвинутых во второй этап, можно на портале ventasbals.lv, а также заполнив анкеты, опубликованные в газете «Вентасбалс», или написав письмо и опустив его в один из почтовых ящиков Венспилской городской думы, или принести лично в Венспилскую городскую думу. Награды вручаются во время праздника города. По традиции будут вручены один большой приз и 7 призов.